Вот чай вот это вот, вот 19 лет, вот такой сорт. Вот такой сорт 16 лир килограмм. Вот такой 19 лир. 19, вот такие вот чаи, разные тут сорта чаи. Вот она, резе чай, резе. Вот они. Филиш чай 21, вот так вот. Вот 29, карадингес чай, черноморский чай. Вот. Вот такой 24 лиры, вот такие чаи. Вот такие чаи. Вот такие чаи. 27 лир. Вот я люблю вот такой чай, вот такой турист чай. Резет турист чай, это 33 лиры вот этот вот. Вот. Есть по 29 лир, вот такие чаи. Вот они. Вот так, по чаям. Вот они, видите, по 4 лиры есть. Вот такие баночки 6 лир. Вот такие баночки 4,45 лир. Вот. В пакетиках уже идут вот такие вот 16 лир, 3,50 вот травами, 11 вот. Вот так вот, это шалфеем чаи, витаминные чаи, в общем вот так вот, такие вот дела, по чаям вот так вот, кофе здесь вот, Якобс вот такой, 9,95, 100 грамм, 22, 100 с чем-то, 150 грамм. Вот такие 15 лир, вот 11 лир. В общем, разные. А таких пакетов они дешевле. 9,90. Вот и все. Вот так вот по чаям. Вот турецкий кофе вот такой вот. Тебе как вы 8. Такой кофе 4,45. Тоже турецкий кофе. Вот такой кофе 4,45 вот такой. Вот такой кофе 4,75, вот такой кофе 3,95, такой кофе 13, вот такой кофе 11, вот такие кофе в пакетиках 0,60, 1 лира. Разные, в общем, короче. Вот такие цены на кофе, на чай, дорогие мои. Вот. Андрей, Наталья, вы спросили, я для вас этот ролик сделал.